Анатолия Кальварского. Под ваши аплодисменты. Безусловно, дорогие мои друзья, я хочу сказать, что самая звезда в этом сегодняшний вечер – это замечательный молодежный симфонический оркестр. Оркестр, который я безумно люблю, без которого мы, музыканты, просто жить не можем. Поэтому я хочу сказать, что честь, любви, слава и огромная моя благодарность за все. Но сегодня прозвучат произведения, написанные в разное время по разному поводу. Вот сейчас вы услышали мою теперешнюю редакцию того произведения, которое действительно звучало, вот, наверное, в эти минуты, в 1955 году, 8 ноября, по Ленинградскому радио. Записал тогда эту пьесу Александр Александрович Владимиров, человек, который сыграл в моей судьбе и в судьбах моих коллег, музыкантов, композиторов огромную роль. Что сказать сегодня? Печально немножко, потому что скончался сегодня Андрей Яковлевич Шпай. Человек, который, с которым мы шли рука об руку. Этот человек был старше меня на 10 лет. Наверное, мы должны продолжать эту работу ради светлой памяти тех музыкантов, которые нас учили, которые нас воспитывали. И я сегодня стою перед вами, вспоминаю, мне было так приятно сегодня увидеть учеников Евгения Гейман, с которыми я вместе учился. Они сидят сегодня в зале. Это мне, наверное, самый лучший подарок. И потом нашелся мой родственник, которого я долго искал сегодня. Видите, столько у меня сюрпризов. Ну вот, но вернемся к музыке. Я больше ничего не буду говорить, потому что вы сегодня услышите пьесы просто разных жанров, совершенно разных стилей. Услышите замечательных певцов. Что-то вам понравится, к чему-то вы будете равнодушны. Но это так и должно быть, потому что каждый из вас, я знаю, что все вы любите музыку, и дай Бог, чтобы вы эту любовь к музыке сохранили навсегда и надолго. Спасибо всем, я пошел вместе с вами слушать. Я сегодня очень любопытный, хочу быть в качестве зрителя. Но иногда мне придется кое-что поиграть. Спасибо. Гурными аплодисментами провожайте Анатолия Владимировича Кальварского со сцены. Я на нее, родимую для Анатолия Владимировича, для всех нас, приглашаю первого нашего гостя, замечательную певицу, дважды лауреата премии «Золотая маска», солистку многочисленных мюзиклов, идущих по всей нашей стране, великолепную певицу.